Друзья, привет! Видео снимала на Индустриальном проспекте, 34, Санкт-Петербург. Походим по магазину, поищем новинки, полезные товары. Посмотрим их, оценим. Приятного вам просмотра! В детском отделе опять новинка. Это игрушка ползущее животное. Думаю, все же это насекомое. Поместить надо это животное на вертикальную стеклянную поверхность, и оно поползет как живое вниз. Если колесико запачкается, то, что находится под брюшком у насекомого, его надо помыть мыльной водой. Насекомые, как видите, жучки, паучки разного цвета. 43,50. Игровой набор болтики и гаечки для развития мелкой моторики и изучения форм и цвета. 12 соединительных коннекторов, 10 болтиков разной формы и 10 гаечек разной формы. 149 рублей. Милые машинки, 4 штучки в наборе, разные машинки, разного цвета, разных форм, 299 рублей. Новинка, ароматические палочки с подставкой, 25 палочек, производитель Индия, все натуральное. Нашла тиковое дерево, лаванда, роза, ваниль и много других ароматов, только что привезли, 149 рублей. Гель для душа с ароматом апельсина и ванили. Производитель Москва, 99 рублей. Новый крем для рук «Белоручка» с маслом персика и аллантаином. Называется «Летний шелк». Глубокое увлажнение и смягчение. Город Краснодар, 80 мл, 59 рублей. Тряпочки для уборки бамбуковые, 2 штуки 25 на 25 сантиметров, не оставляют царапин и разводов, подходит для мытья посуды, чистки индукционных и керамических поверхностей, 59 рублей. Новые щетки для волос, щетинки пластиковые, жесткие, 2 уровня. Очень красивые расцветки, 149 рублей. Носки женские до щиколотки, 82% хлопка, вот такие в сеточку, всегда их покупаю, очень приятные носочки, производитель Россия, столько расцветок, 59 рублей. Сюда также поступили носки мужские брезки, 70% хлопка, с прикольными картинками из мультика, 174,50, но почти все разобрали. Поступили новые мужские домашние тапочки. Посмотрите, как они классно сшиты. Изготовлены в городе Пятигорск. Верх текстиль, подкладка нетканое волокно, подошва Эва. Прошита. Очень аккуратные, стелька мягкая. Вот такие приятные расцветки, но пока без цены. Полезный набор. Здесь суперклей, который склеивает кожу, дерево, металл, резина, керамика и так далее. И антиклей, средство для удаления клея. 99 рублей. Также, по-моему, полезная новинка – это антимозоль, смягчающий стик, уход для ног. В составе пчелиный воск, сквален, мочевина, масло шижа, жаба, олива, авокадо. Препятствует образованию мозолей. 79 рублей. Китай. Посмотрим, что привезли в отдел посуды. Сюда также поступили масленки. Вверх пластик, низ бамбук. 149 рублей. Также поступили корзины из окрашенной стали с деревянной ручкой. 249 рублей. И вот такая корзина. Также сталь окрашенная, деревянные ручки. Также стоит 249 рублей. Металл на этот раз крепкий. А это новинка, лопатка кухонная, 31 сантиметр. Посмотрите, какая рабочая часть интересная. С такими бортиками. Ручка сделана из дерева. А рабочая часть нейлон и силикон. Три расцветки. 149 рублей.
Это из той же серии, половники 149 рублей, те же расцветки, дерево нейлон и силикон, и такие же лопатки, 149 рублей. Джутовые салфетки с бахромой и с помпонами, 149 рублей. Наборы трех баночек на пробковой подставке, 399 рублей, баночки с крышками и ложкой, 249 рублей. Все есть. Вся серия посуды стеклянной «Люминарк» здесь также имеется. Потихонечку разбирают. Магазин «Галамарт» в торговом центре «Юнь», Санкт-Петербург. Появились классные новинки в отделе «Кухня». Декор и многое другое. Приятного вам просмотра. Набор двух банок для хранения по 350 миллилитров. Так, банки из стекла с ложкой бамбук. Ложечкой, крышкой, подставкой из бамбука. 850 рублей. Выглядит, смотрите, какие аккуратненькие. Хорошенькие. Такая банка для хранения масла. Стекло 340 рублей. Для фруктов металлическое 990. Сушилка для столовых приборов в стиле лофт 360 рублей. Для хранения 750 миллилитров. Стекло, бамбук, силикон 309 рублей. Есть баночка такая же побольше на 1 литр. 359. Так, банка на литр 300, стекло, бамбук 399. Есть бутылка на 1 литр, стекло, крышка из пробки 429. Баночки для хранения 269, 900 миллилитров, стекло, бамбук и маленький совсем 219. 400 миллилитров. Слюнка. Вот такая вот. Вверх пластик, а это дерево написано. Просто дерево. 329. Маленькая баллончика. Красивая, с ложечкой. 130 рублей. Здесь все для походов, для лета. Вот такая кружка туристическая. 330 рублей. Это металл. Чайничек 850. Все упаковано в коробке. Так, это светильник. Антимоскитная лампа. 1390. Так, это что? Котелок алюминиевый. С крышкой. Светильники настольные, с деревянным основанием и ножка деревянная по 1590. Какого я тоже не видела, это подставка для обуви, две полки, металлическая. Вот размеры, смотрите. 1250, тяжеленькая. Ёршик для туалета подвесной, коробка с крышкой, 800 рублей. Пластика, нержавеющая сталь. Вот так вот выглядит. Так, есть вот такой ёршик. Похож, как был фикс-прайс. Силиконовый, подвесной. 300 рублей. Вот, липучка. Присоска, на что он подвешивается. Тоже новинки. Контейнер для мусора. Настольный, 250. Крышка качели. Два цвета. Диспенсер для мыла 240, стаканчики по 80 рублей, мыльница 59. Новинка, стакан для ванной комнаты 130, это пластик, а мыльница 95. Есть вот такой цвет и черный. Для жидкого мыла с салфеткой. Удобство использования, экономило моющего средства, высокая износостойкость. Сделаны из керамики. 600 рублей. Так будет выглядеть.
Простыни. Простынь евро бязь. 200 на 220 сантиметров. 569. Так. Простынь на резинке. 200 на 200. Хлопок. 290. Ничего себе. Термокружка с двойными стенками. 320 рублей. На деревянной подставке. 300 рублей. Так, светильник 500. И вот такой светильничек 500. Какая новая серия. Кувшин 200 рублей. С арбузиками. На литр 200. Пластик. Такие баночки. Гранат 145. Ваши контейнеры 105 рублей. Так, ланчбокс с декором на замках 125. Вот такой с ушкой 229. Две секции здесь. Ой, разные расцветки. Кружка с крышкой 100 рублей. Контейнер-менажница. Три секции. 349. Тарелочки я не видела. Стекло. Вот такие волнистые края. Голубая. 130 рублей. Десертная 109 рублей. С кружки такие же. 130 рублей. Высокая вот такая плоская большая. 179. Есть еще такие же салатнички. 89 рублей. И бульонница с ручками 99 рублей. Не достать. И стаканчик 79 рублей. Складные по 69 рублей. Бежевые есть. Голубые. Одноразовые вилочки, ложечки по 50 рублей. Набор мисок, салатников 270. Нашла вот такую кружку с двойными стенками. 349. Какой красивый френч пресс. Нержавеющая сталь. А большой 1450. Стаканчики появились. Вот такие с объемным рисунком. Толстое стекло. 119 стоит. Вот такой бокал 59 95. Стаканы 105. Люминарк 65 рублей стакан стоит. Подложку. А это пластик, думала, керамика. 115 рублей. Не из пластика. Стоит 19, пол-литра, 150 и 175. Ролочные. Материал сланец 260. И набор подставка. 4 штуки сланец 185. Салфетки сервировочные. Смотрите, какие птички, лимончики. Калибри. 55 рублей. 42 на 28. Все одинаковые. Тренеры для еды из стекла. Да, крышка на защелках, крышка из полипропилена. 600 миллилитров, 250 рублей. На 950, 350. Запекание стекло. 379, жаропрочное стекло. Так, 21 на 18,5. А, прямоугольный 649. И вот такое огромное 850. На 3 литра. Тоже не видела. Смотрите, какой дуршлаг на ножке. 300 рублей. Нержавеющая сталь. Побольше 400 уже. Легкие. С ручкой. 429. Так, смотрите, какая хорошая мисочка.
Салатник с двойными стенками. 18 сантиметров нержавеющая сталь. 239. А сито на ножке большое. 400. Миски из нержавеющей стали. Вот такая небольшая. Литр 280-130 рублей. Большая. 3 литра. 179. Такая это что-то огромная. Салатник глубокий. На 4,2 литра. 670. Вот это тяжелая. Поменьше. 429. Подставки для кухонных принадлежностей. Пластик. 469. Вот такое. 729. Это тоже такой тяжеленький. С поддоном. Вот такой 379. С поддоном. Еще одна подставка для сушки приборов. Смотрите, вся из металла. 289 со скидкой. Решетка для мясорубки. Диаметр 5,3 сантиметра. Металл. 69 рублей. Доски разделочные. Так, это бамбук и силикон. 59,30 на 20 сантиметров. Вот с такими нескользкими уголочками. 379, бамбук, силикон, 27 на 22. Есть большие. 35 на 21, 539. И еще больше есть. Смотрите, какой оригинальный подсвечник на металлической подставке, стаканчик из стекла. 239. Так, вот такой подсвечник. 529. Это я все вам показываю. Интересный подсвечник. Металл. Это веревочка джутовая. 990 рублей. Такой набор. Здесь одна щетка, держатель и 4 насадки. Со съемными насадками, полипропилен, термопластичный резин, поролон, нейлон. 469. Пленсер для мыла с подставкой для губки. Плюс губка. 400. Вот такой держатель для губки. 119. Выводитель, карандаш для цветного белого белья. 105 рублей. Друзья, спасибо большое за внимание. Мы все еще находимся в Петропавловской крепости. И сегодня опять будем смотреть концерт. Концерт был очень большой. 3 с лишним часа. Приятного просмотра. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Всего вам самого хорошего, дорогие мои друзья. И пока. Напиши мне песню, я тебя просила. Напиши мне песню.
чтоб замуж взяла, чтобы веки вечные все забудет. Ну и пусть говорят ходит слух. А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили бы счеты, с войной покончили бы счеты. Я услышал в кино, это было недавно, это было давно. Мы друзья, перелетные птицы, только бы наш совсем не хорош. На земле не успели жениться, а на небе жены не найдешь. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Ну, а девушки потом. Первым делом самолеты. А девушки потом. Потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом самолеты. Женские слова родились там, на войне. Женщина на войне. Это уже подвиг. Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного значения. Если когда-нибудь в языки мира войдет русское слово «подвиг», то в нем обязательно будет доля подвига, совершенного в годы Великой Отечественной войны советской женщины.